В больнице имени Семашко сейчас находится более 80 заболевших коронавирусной инфекцией. Здесь созданы все условия для лечения не только ковид-положительных, но и других пациентов, которые также нуждаются в неотложной госпитализации. Пациенты с другими инфекциями, те, которые требуют наблюдения специалистов, там, ну, тяжелые, скажем так, они все равно могут госпитализироваться в Семашко. Те, которые ОРВИ, там, они госпитализируются в 4-ю больницу, там тоже перепрофилировали отделение подинфекционное, а детки в областную детскую. Паллиативные и онкобольные пациенты также продолжают получать медицинскую помощь в полном объеме. Мы понимаем, что это больные особые, да, это группа риска, поэтому все очень серьезно, но организовано все хорошо, будем надеяться, что все будет нормально. Сейчас в Курской области временно приостановлен очный плановый прием, но наблюдение за больными продолжается. Любой пациент может получить консультацию по телефону 58 78 86 или пригласить врача на дом. Станислав Костиков, Антон Латышев. События дня.